Духом одним нам сердца наполняя, церковь, как мать, и в минуты невзгоды нежно зовет нас под тихие своды, и теплота ее ласковых рук так утешает и греет наш дух. Вечной любовью мы слиты друг с другом в этом безгрешном Агнца заслуга. Он нас соделал роднее родных. В тяжких страданиях и ранах своих. Перед распятым хочу преклониться, кровь его чистая.